В Большом театре уже сложилась традиция приглашать зарубежных звезд балета в свои текущие спектакли. В этот раз спектакль «Жизель» в редакции Владимира Викторовича Васильева дебютировал на сцене Большого театра премьер американского театра балета Дэвид Холберг. Дуэт с Натальей Осиповой сложился на сцене американского театра балета, где, в свою очередь, дебютировала Наталья Осипова в спектакле «Жизель» и именно с Дэвидом Холбергом. Этот спектакль имел большой резонанс не только в Америке, но и во всем мире. Мне приятно, что моя мысль пригласить этот дуэт показать русской публике, она имела возможность осуществиться здесь, на сцене Большого театра. И, на мой взгляд, это оценила и русская публика. Мне кажется, что дуэт был очень органичным. И работа, которая происходила у этой пары с Владимиром Викторовичем, дала ту энергетику, те взаимоотношения именно дуэта, которые должны быть здесь, в этом спектакле. Мы репетировали с Владимиром Викторовичем несколько дней, он нам очень помог. Просто вот, когда я признался, что он ему просто заново открыл глаза на какие-то вещи. Вообще приятно в танце всегда, тогда, когда я вижу адрес. Не только для движения, а ты все время танцуешь. А теперь я потанцую. Смотри, мы идем сюда. Вот это для тебя. И вот я вижу твои глаза, и когда я их вижу, когда у вас есть контакт, тогда это замечательно. От этого чувства, которое тебя переполняет. Неужели она не умерла? Неужели она живая? Там, бам! Папа. Что, неужели я схожу с ума? Нет. Ты думаешь, что нужно как-то забыть о движениях, да, и чтобы движения были тем элементом, который раскрывает образ. Но всегда это очень сложно сделать. А посмотрев на него, как он это показывал, как объяснял, я действительно поняла, что надо просто расслабиться и жить на сцене. Да, вот тогда я вижу. Владимир Васильев из того поколения артистов, которые убеждены, что, выходя на сцену, прежде всего нужно нести в себе образ, наполненный глубокими чувствами, исходящими из самого сердца. А техника не главное. Именно это я взял у Васильева. Impossible. Знаешь, impossible. Вот так. Это твое сердце.
Dance don't hide. Пожалуйста, тарам. И. Сегодня в Америке очень известен. Он участвует в таких проектах, как «Короли танца». Очень здорово, что у нас выступают такие артисты. Он еще очень молод, но уже очень зрел, я бы сказал. Он делал антершасси вместо поставленных, как у нас танцуют в России, бризе. И практически вся редакция была соблюдена. Это тоже, мне кажется, очень хорошо, потому что это такое отношение.